Евгения Абрамова после недавней отставки с должности директора департамента предоставления админуслуг Одесского горсовета продолжила карьеру в мэрии Черноморска в качестве исполняющей обязанности заместителя городского головы. 29 декабря, первый рабочий день Абрамовой, чиновница перешла работать в Черноморск по приглашению нового мэра Василия Гуляева и будет курировать в городе сферу финансов и экономики. Напомню, Евгения Абрамова покинула должность директора Одесского ЦНАПа полторы недели назад. По нашей информации, причину увольнения – конфликт с окружением мэра Геннадия Труханова.